morning, guys! У меня для вас очень хорошая новость. Сегодня Хэллоуин, и уроки отменяются! Ура! Поэтому сейчас я вас отпускаю по домам. Надевайте самые страшные костюмы, и вечером у нас будет очень классная хэллоуинская вечеринка. Хочет выполнять желание, останется ночевать один в школе в страшную хэллоуинскую ночь. Ха-ха-ха! А сейчас кручу я. Так. Вера! А наколдуй-ка нам, ведьмочка, хэллоуинских конфет. Да, запросто. Ведьма, ведьма, крыса, крысь, конфеты хэллоуинские, появись! Вау! Ничего себе, глаза настоящие! Тыквочка! Пауки! Вампир хэллоуинский! Вау! Красава, ведьмочка! Такие конфеты нам наколдовала! Да, пусть такие. Думаю, тут на всех хватит. Класс! Обожаю хэллоуинские конфеты! Классные ты, ведьмочка, конфеты наколдовала. Угу. Ну что, ведьмочка, крути бутылку. Давай, Саня. А загадаю я тебе, клоун, станцевать самый настоящий танец клоуна. Да! Держите, сейчас я вам загадаю желание. Желание будет такое. Ты должен будешь поцеловать на носу ведьмочки бородавку. Извини, Саня, я лучше поцелую этого паука, чем бородавку. Красивая у меня бородавочка. Значит так, у меня для тебя последнее задание. Если ты его не выполнишь, то будешь ночевать в школе. Ну какое? Признаться ведьмичке Еве в любви. Никогда, я лучше останусь в школе ночевать. Я так и знал, что этот скелет-ботаник ни на что не способен. Ну все, скелет, остаешься ночевать в школе. Ни одного задания не выполнил. Давай, крути. Сейчас я загадаю тебе, ведьмочка, желание. Ну и какое задание? Поцелуй клоуна Саню в нос. Да без проблем. Ой, нос мешает. Молодец. Для меня поцеловать нос клоуна – это не проблема. Я не хочу в школе ночевать. И сейчас я вам такие задания придумаю. Что мне уже немного страшновато. Виолетта! И сейчас, Виолетта, ты должна станцевать танец мертвой невесты. Мне уже надоело крутить эту бутылку. Давайте что-нибудь другое придумаем. Что же такое интересное придумать? А давайте вызовем духов. Да ну, духов не бывает.
Как это духов не бывает? Еще как бывает. И я тоже верю в духов. Вы как хотите, но я этой ерундой заниматься не буду. Я точно знаю, что духов не существует. А мне эта идея нравится. Давайте вызовем дух Джокера. Я согласен с клоуном Саней. Итак, ребята, к церемонии все готово. На счет три вызываем духов. Что-то мне страшно. Не бойтесь, ребята. Так, беремся за руки. Раз, два, три. Духи, появитесь! Духи, появитесь! Духи, появитесь! Я пропал! Мне уже страшно, но духов я пока не вижу. Так, нужно обязательно продолжать дальше. Духи, появитесь! Духи, появитесь! Духи, появитесь! Духи, появитесь! Духи, появитесь! Ребята, вы это видели? Там кто-то пробежал. Мне страшно. А мне нет. Вам, наверное, показалось, там никого не было. А может быть и показалось. Не знаю. Ну ладно, давайте продолжать. Духи, появитесь! Духи, появитесь! А, мне страшно! Я тоже! Чего вы боитесь, ребята? Я никого еще не вижу. Да ну, я не играю больше. Никого не получается вызвать. Смотрите, там кто-то идет. Да, точно, там кто-то только что был. Не знаю, может там кто-то и был, но сейчас его там нету. Так, ребята, вызываем дальше. Духи, придите, духи, придите, духи, придите. Спокойно, ребятки! С Хэллоуином вас! Мы решили вас немного разыграть. Ну, Арсен Георгиевич, вот это розыгрыш! Мы не ожидали. Да, ребята, мы решили вас разыграть. Yeah! Ну что, ребятушки, как у нас получилось? От кого, от кого? Но от вас, Вениамин Акакиевич, такого не ожидали. Да уж! Да, ребята, вы постоянно нам что-то устраиваете. То ведете себя плохо, то подрались, то еще что-то. Мы тоже решили вас разыграть, раз мораль и поучительные уроки на вас не действуют. А вы знаете, что у вас это получилось? Это точно!